Ну, товарищи, я здесь. Я тоже присутствую. Я в свободный район. Мы еще ждем. Тоже ЖК планета. Так, цифры кто-то скидывал? Нет. Нет. Не, не кидал. А скажите, какие у вас это, как его, герой свободный? Ребят. Какие свободные роли? Роли? Ну, я тройка. А, так, Кири занят. Ты у меня, да, пойдешь? Хайк флайер. Не, или флайер... Не, фонбикс. Со мной Фонбикс-мит. Да, фонбикс. Фонбикс-мит. Четверка свободная. Ну, короче, четверка свободная. Со мной будешь. Хорошо. Скидывается. Угу. Сейчас сначала надо скопировать. Угу. Нихуя меня кошак грызанул, гандафляй шерстяной, сука. Блять, гандафляй. Сильно. Бля, у меня рука красная, нахуй. Пиздец. От чего? По рукам получил? Да нет, блять. У меня блок питания, короче, прям под рукой, он, блядь, так нагрелся, что у меня кожа, нахуй, красная, блядь. Ожог. Что за блок питания? Что-то там... И типа, ну, это поняли? Да, типа, кто такой прямоугольничек, блядь. Для зарядки. А. Перекиньте роли, народ. Две одинаковых роли нас из этого не пускает. А, Все, погнали. Погоди, шо, блядь? Ну, выбраны ваши группы. А, погоди, может у меня просто закончились жетоны? А да поебать, мы пятером. Так у нас пятерки нету. Да пятерки нету. Я... У меня нет пятерки, я не с... Да нет. У нас пятерки нету. Пятерку никто не занял. Флайер, а вообще все здесь, нет? Я тут. Ну, хайфлайера я не слышу, если честно. Флайер, перекинь да, ровно флайер. Пятерку. Алло, бля, давайте не Алло, будем да. запускаться с этим Андреем. А чё, уже а играл? У него репутация плохая просто, без шуток. Без негатива. А, окей. Я не против. Ну без негатива, реально. Я тебе больше я доверяю, уже, хорошо. Уже okay. этот, ну уже я здесь не первый, типа, день. Я понял. Нас заебнуют тут друг друга сейчас. А? Нас с хайфаем заебнуют друг друга. Не, ну бро, без негатива, реально. Я уже сколько раз был в лабаке, где сказали сразу, типа, кикайте его нахуй, мы не будем с ним запускаться. Но это же не просто так делается. Так не работает. Был один клоун, который нам руинил, блядь. А как? А, на почве, блядь. Я вообще никогда не играю. Про меня не говорили никто здесь, типа то, что я ебаный клоун и руина, например. Реально. А про тебя так говорили, представь, это ты насколько типа осел в памяти людей, что они запомнили твое имя как руинера. И говорили другим. Это же не просто так. Типа, был бы ты нормальным челом, всем было бы похуй вообще. Что ты есть. Хорошо, давай, слышишь? Давайте, короче, ну, выгоняем его из лобби в доте нахуй и погнали. Четвером погнали. Куда еще там пропало, нахуй? А, ну надо дальше пятый. Вы четвером хотите спойти? А мы можем выгнать его из, блядь, этого? Гордо нет. Не, ливни, просто ливни, бро, пожалуйста. Кому, кому? Ну, Андрей. Ливни, пожалуйста. Я не руина. Да ты руина, уже говорили за тебя, алло.
Что-то так сам без негатива сказал, а сам с негатив будет, Леш. Так я с тобой играл, блядь, алло. Блядь, И ты с чё? 15-го года на рекрутах сидишь? Да блядь, нахуй ты 9 лет на рекрутах сидишь? Отсюда. 9 лет на рекрутах? Охуеть. Андрюх, ладно, давай, удачи тебе в поиске, пать. Без негатива, реально, бро. Так не хочешь его, блядь. Да. Плохо система. Бази, бади. Сперматосекундники. Был большой. Играете? Да. Да. Игрнал тебя. Сусос ебаный, блядь. Сусос, но я что-то пострашнее сосу. Ой. Или думаете, вот он здесь лучше? Лот. Нахуя пинка, скажи сейчас. Вот, скажи мне. Против кого? Что-то урона у тебя мало, слышь, не замечаешь? Уходи. Уходим, уходим. Рано. Сейчас тиршей шмотки будут. Эндрю, он нас не запустит. А, чё? Сюда пидорас ко мне идёт. А, у меня 300. Тя? Что у это нахуй такое? Что это запустим. Такое? Почему? Они знают, что я тут. Охуеть. И приходят вдвоём одновременно. Охуеть, да. Охуеть, что ты не можешь нажать алебарду. Играешь? Алло. Да. Играешь? Привет. Нет, нет, не играю. А будешь играть? Да, 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 буду играть, а ты раскинул, и сейчас хотел отойти покурить. Чё, долго нет? 3 минуты я приду. Хорошо.
Алло, алло, я тут вместе, на месте. Хорошо. Алло. Да. Вылай. Нихуя, а покажи свой пул, пожалуйста. Героев еще раз. Еще раз героев, пожалуйста. Нихуя себе. Да. Ты на чем поешь? Расчарк, а ты где? Я по ситуации пикну, я тройка. Посмотрим на картину в целом. Mm. Может что-то и получится. Как тебе вообще Dota 2? Да пока не пробовал. Ну пока не пробовал играть. За последние 6 дней где-то так. И за 7. Опа, рекруты, блядь. Ебать. Да. Ничего. Алло, здорово, братва. Так, мы запустились. Мы запустились уже почти. Мне, кстати, сегодня появился видеокарта за 66 тысяч. Что ты говоришь? Я, кстати, появился 2 гранаты за 66 тысяч. 2 гранаты за 66 тысяч? Видеокарта. Блять, подожди, я даже музыку выключу. Что еще раз? Видеокарта. Появился за 66 тысяч. А, видеокарта. Что за видеокарта? 7800 XT. 7800 X3? XT. Нихуя себе. Я посмотрел, сколько она в Беларуси стоит. Ну ты кто? Ты сейчас? Ну я в этой, блядь. У меня 3070. Форма подойдет. Я должен все заказать к бою. Ты же тройка, да? Что ты говоришь? Ты же тройка? Да. Так я только на тройке играю.
На терпилочках будем стоять, короче. Терпеть? Да-да-да, будем терпеть. Не собой, я почти вот это надамажал. Если он еще сразу хуился, это будет третий скилл, то это пизда. Там просто персонаж кес новый. Сильный. Довольно-таки персонаж. Ой, брат, не досейвлю ничем. Бэнс страйк. Принесешь маску? Ну дай. Сейчас, подожди, я скину. И вот это вот еще. Я скину. Слышишь? Тащи. Давай. Ну, шмотки отдай, пожалуйста. Спасибо. Дашь разгон? Заберешь лотус? Забрал. А, спасибо, молодец. Вич-доктор жми разгон просто спонтанно. А, ну ладно. Нормально, нет ней. Ну,
Серьезно, блядь. Два раза каска отпрыгнула, смешно. Для них смешно. Разгон есть? Прокурев убить второго, одного хлеба. Вот сейчас с рунгой. Теперь есть алгон. На кайф забезать, да? И на вода. Никого, блядь, алгон, ну слышишь? Да на кого хочешь, в принципе, без разницы. Можно я заберу? Слышишь? Да. Блять, говорю, можно я заберу? Даже пришел специально. Что за слышал, прости. Да ладно. Ничего страшного. Вот либо Кеза вообще нету, да, какого... Маны. Ну, Кеза трудно пробивать очень сильно. Просил руну, но не дали. Ну, маны нету. Мало маны, очень мало. Четверка руну не дала. Что я поделаю? Разгон, нажми разгон в кеза, быстрее, ну копаш пришла, ну. А что ты на клопе бил, ты пришел и без мана, я понял все. Ага. Вопросов нет. Ни к тебе, ни к клопе. Не должен умереть. Следующий разгон будет, да, швич доктора, хорошо? Хорошо.
Нахуя вам ебанам понадобилось гли взять? Да-да. Так у меня жду или нету, смысл? Теперь есть. Ну уже есть, да, уже хорошо. Попадает на меня вроде как. Нормально. Убили кеза, заебись. Жми разгон. Куда? Никуда, 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 никуда. А, тут их пять, четверо пришло. Да. У нас пять вверх, ребят. Это им будет сосить вверх, ребят. Ай, короче, надо просто уметь играть и все. Никто нам не поможет с тобой, дружище. Я докажу, чего стою. Эти все вместе ходят. Все это все вместе. Эти все вместе ходят, все это все. Ну я Кеза убил, уже хорошо. Они ходят все вместе, Дондона. Да я понимаю, дружище, ну что поделаешь. Не центральную башню, которая была целой и храбро защищалась. Ее не стало. Нажмешь разгон на Кеза? А где Кез? Наверху сейчас он покажется. Ну, пока пешком иди, как покажется, можешь нажимать разгон. Вот, видишь, 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 видишь. Подожди, сейчас, секунду. Возьму мудрость по лицу. Блять. Между мирами. Ну, разменялся хотя бы. Так а смысл, я уже умер. Пытаюсь что-то сделать. Я же вот есть. Нормально. Но я все свои смерти размениваю на траги. Хотя бы на Вич-докторе. 15 минут еще, в принципе, нормально.
Сейчас ко мне блинк летит, уже будет проще. Намного проще. Может, блинк. Приятного аппетита. Спасибо. Да он же выйдет, что это не там. Блять, ебаный пуль. 15 мне сбили, блять, все, суки. Блять. Собаки. Кеза на крутых пугаешь. Что за даун? We'll be right back.
Между мирами. Да, из этого мира следующий. Разумеется. Dominating Onage! Надо мне злое, блядь. Не, у меня ресурсов нет, я ТП нажал. Ну, у нас вроде все устаканилось. Алло. Да. Привет. Да, мы играем. Да без вода, блять, без этап давай я послался. Легкая игра. Почему? Ну, у них уже 3 человека ливнуло. Ты сам? Tell me
Ебись. Угу. Что ты там под пиво играешь? Такое ощущение, что да. Человек. Признавайся, блядь. Нет. Да хуяришь, кому ты пиздишь. Ты знаешь, как идем, нет? Подожди, сейчас пойдем. Открыть? Ну, можем сходить покурить. Я открывал левел в короне. Ну, в катакомбах. Пойдешь курить? Я-то не курю. А, ты куришь? Не курю. А, не куришь. Ну, если хочешь, ну, как плане, если хочешь. Короче, если подождешь, я пойду покурю. Хорошо. Ну, спасибо. Благодарю вас, великодушнич. Алло, next. Сейчас. Угу. Сейчас тоже приду через 2 минуты.
Да, да. Искать не боюсь.